Региональный турнир по мини-футболу среди мальчиков в возрасте 9-10 лет, посвященный памяти легендарного брестского голкипера Олега Михайловича Сыроквашко, состоялся в средней школе номер 1 города и объединил большое количество участников из 4 городов Брестской области. На их форме не указана фамилия, но пас отдают смело. Играют классно. Я занимаюсь 5 лет футболом, а выбрала этот вид спорта, потому что у меня раньше был папа футболист, он меня завел на тренировку первую, мне понравилось. Турнир памяти Олега Сыроквашко – это турнир, основанный в честь и в память известного брестского футболиста и тренера. Идея проведения состязания была инициирована руководством брестского «Динамо». Соревнования начали проводиться в год, когда мужчина ушел из жизни. За несколько лет проведения спортивного поединка он перерос в рамки городского и стал региональным. Для нас это значимо. И в данном турнире принимает 4 команды участия: Брест, Иваново, Ивацевичи и Кобрин. Как правило, это всегда дети до 10 лет. Это детский турнир для начинающих футболистов. Турнир первый проводился в тот же именно год, как Олега Михайловича не стало. Это тоже очень значимо для нас, как для семьи. И вообще это память, это уважение к Олегу Михайловичу. И очень приятно, что родной клуб, в котором он провел достаточно долгое время, и футболистом, и тренером, вот так вот себя проявляет. По итогам соревнований первое место одержали юные футболисты из Кобрина. Это в первую очередь говорит о том, что футбол живет не только в областном центре. Я с 6 лет занимаюсь футболом. Мне это нравится, я не собираюсь прекращать. Я очень доволен результатом своим. То, что моя команда победила, смогли, хороший футбол показали. Все показали то, что могли. Молодцы все. Уже решено, подобные турниры будут проходить каждый год. Возможно, когда-то они получат республиканский и даже международный статус.